Сельхозпроизводителям области помогут решить проблему сбыта через кооперативы. С такой идеей выступил Самарский областной ревизионный союз. Суть проекта – подсобные хозяйства и фермеры должны объединиться в сообщество, чтобы самостоятельно решать вопросы переработки и продвижения продукции до конечного потребителя. Заниматься реализацией будет нанятый кооперативом менеджер. При этом каждый участник может диктовать цены на сданное молоко и мясо и получать прибыль в зависимости от объемов. Сам кооператив будет работать на некоммерческой основе. Проект получил президентский грант и к началу осени должен быть реализован. Запланированы обучающие семинары и консультации. Конечная цель – помочь создать 5 сельхозкооперативов и задействовать не менее 7 тысяч человек. Для нашего региона эта проблема очень актуальна, и ей уделяет большое внимание губернатор и министр сельского хозяйства. Тот проект, который мы сегодня будем обсуждать, я считаю, что он именно позволяет и дополнительные ресурсы федерального бюджета решить, и население региона накормить свежей фермерской продукцией, а фермерам создать гарантированные каналы сбыта.